Вы что, не понимаете, что я не могу себе позволить провалить сделку? Нам нужно, чтобы вы обеспечили поставку групп детей обоего пола. Желательно поровну. Они выступают против сети городских банд. Делать все буду, я постараюсь подключить свой отдел. Не, погоди, так не пойдет. Это наше общее дело. У них простой закон. Не отступать. А тогда поехали. Не сдаваться. Говорим четко и внятно, сколько человек внутри. И не бросать своих. Богар, ты живой? Сергей Селин. А может, у тебя нет никакого пистолета, а я корячусь, а? Антон Хабаров. Вы что, не понимаете, что это реальная возможность спасти мою семью? У вас же самого дети. Алексей Кравченко. Это пол-101, начинаем. И Даниил Воробьев. Кто такой, кто послал тебя? В сериале «Братаны». Он меня чуть не убил! Да не успел бы, грузи! На НТВ сериал.